А, вот оно, здесь глайд просто хватается, не совсем круто. Вас двое уже. И просто сумасшедший глайд 3 километра. Вот это кайф. Всем привет, дорогие друзья, с вами Юра Чекузак, и сегодня у нас скилл-тест на мотоциклах. Да, всем здоровенько, друзья, и получается, что это у нас? Какие-то будут большие глайды здесь, какие-то прыжки, в общем, друзья, посмотрим, что это такое. Ничего нового, так, да. Тут розовый единорожка. И, кстати, друзья, у нас полное лобби и 16 человек, и так что сейчас будет мясо, как вы все любите, в принципе, да. Вау! Оу, а здесь нужно попасть как-то, я же говорю, здесь будут дырочки какие-то. Куда попасть? А я, кстати, еще сам не понял, давай сейчас посмотрим. А может, перепрыгнуть нужно все, сейчас посмотрим. Не как? Знаю, я что-то не понял, что делать. А, во, дырочка. Сейчас, Какая там дырочка, там нету. Или Shift-S можешь делать? Слушай, я, честно, сам не понял, что здесь нужно делать. Я что-то не понимаю, какие там подъемы, я не могу взять первый чекпоинт. Очень все хорошо, первая минута шла. Кузака не можешь взять. Давай, я в тебя верю. Ой, не, ой, взял, отлично, все хорошо. Вторая позиция даже у меня теперь, хорошо. Оп, есть контакт, есть контакт. А, вот контакт чего? Так, а здесь что такое? Так, тихо, хорошо. О, нифига я выжил, как вот это было, круто. Вот это было круто. Так, я куда залетел, взял чекпоинт, первая позиция. Хорошо-то как, смотри, как Юр. Был на 13-й, стал на 2-й. Хорошо. Ты врешь. Я за тобой прям еду, хорошо все. Так, не перелети. Тихо. Хорошо, да. Я поеду налево, посмотрим, как здесь можно проехать. Налево, я направо. Смотри, так, мы прям... Куда лететь? Фропасть куда-нибудь. А, там дырочка. Серьезно? Будет. Да. Будет крутая дырочка, хорошо. А, блин, я ее не видел. А, она такая узенькая, что? Вообще, серьезно? там контейнер. Ой, я сразу... В такой даже не попадет нигер толстый, вообще. Что делать-то? Толстому нигеру будет проще, на самом деле. Ну, не знаю. Хотя, кто знает, да пофиг. Это эпичный глайд, кстати. Да. Так, ну я вроде сейчас лечу прямо в дырочку. Вот так, ай! На 1 метр выше сделал. Даже на 0.5 метра. Жалко, конечно. Ой, что так заспамило? Не, слушай, у меня хорошо получается вроде. Сейчас в дырочку попадем. Кто здесь, блин, скорострел? А, скорострел. Сейчас за 1 минуту попадут, 100%. Так, все. Так. Я же говорю. Блин, я что-то выше немножко. На лобок попадаю. Так, ну все, я в принципе. Вообще! Как так? Я просто об эту штуку. Да я, знаешь, я дыбки не совсем высоко поднимаю. Ты на клавиатуре? Ой, я забыл, слушай. Сейчас на клавиатуре буду. Кузака, сейчас на клавиатуре. Я хотел ему челлендж кинуть, чтобы он на клавиатуре прошел. А как гладить на клавиатуре? Ты что меня кинул? Не, я не умею на клавиатуре гладить. Блин, чуть-чуть. А как на клавиатуре гладить? Ты что, совсем что ли? А, пятерочка и shift. Так, а можно на мышке, интересно? Да, на мышке тоже можно. Можно, но мышка не тащит. Да ну, в смысле не тащит. Так, я сейчас на мышке туда попаду. Ааа, нет. Я ниже падаю. Слушай, ты меня отвлек, я буду на геймпаде. Это сложно. Я умер, я залетел туда и умер, что? Нех, хорошо, что это хотя бы каскадерская физика, и здесь не подыхаешь, если как-то там приземлишься. Вот. Да. Это да, очень да. Хорошо. Отлично, я попал, все. Ой, на такой скорости большой. Да, попал, все, залетел на 9 месяцев, хорошо. Блин, Кузака. Так, все просто отлично. На что ты меня поменял? Настя, я тебя поменял на дырочку, во. О, как. Это точно. Так, а что здесь? Здесь какие-то пойдут лесенки. Ладно, спойлерить тебе не буду, но здесь пойдет какой-то лабиринтик, что ли, что-то ничего не понимаю. Стоп, а куда здесь нужно? What the fuck, здесь такой эпик будет сейчас. Так, ладно, дорогие друзья. Куда ты? Ай! Я сам лох. Здесь уже скоро финиш будет. У меня следующий чекпоинт и финиш будет. Серьезно? Да, коротенько. Да, но она такая, скилл-тестная. Ну тут самый смак попасть в дырочку. Смак, да, есть такой смак. Да блин, я перелетаю, то ниже, то выше, да как так-то, ну... Давай, дорогой. А, нет, не хард, ни хрена. Все, отлично, прошел. Я думаю, что здесь застопорюсь на этих штуках, которые багуются. Они просто могут, друзья, как бы вниз идти сами по себе. У них какая-то физика странная. И здесь дальше еще одно очко будет. Нормально. Еще такое же, что ли? Нет, оно шире, намного шире.
Да-да-да, это вон та большая самая здоровая. Да-да-да-да-да, там прям круглая такая дырочка вкусненькая. Кто-то ее уже здесь... То самое. А кстати, здесь у нее не совсем просто попасть. Вот оно, здесь гладь просто хватается, не совсем круто. Вас двое уже. И просто сумасшедший гладь 3 километра. Вот это кайф, вот это кайф, дорогие друзья. И сейчас еще будет одна челочка, я уверен. Нет. Да я выше. Я прям около финиша сдох, в дырочку попал, все сделал. Главное, чтобы меня сейчас никто не догнал. Меня уже никто не догонит, потому что я уже пролетел эту дырочку и готов финишировать. Все. Блин. Что там вообще? Просто блин. Ну, собака, я перелетел в финиш. Там просто, знаешь, там тоже узенькая дырочка. А если чуть-чуть левее или правее, то все, тебе капец. Тебе просто капец. Ты улетаешь далеко. Я должен финишировать. Здесь финиш какой-то вроде изи, но я просто лох. Я что-то туплю очень сильно. На самом деле, это так легко сделать. Блин, вот, к примеру, сейчас такое? Лечу просто в дырку. Здесь просто так нужно вымереть все. Да уж. Все, друзья, наконец-таки это финиш на первой позиции. Да, финишировал. Красавчик. Отлично. Итак, дорогие друзья, теперь у нас следующая карта. Юра, к сожалению, на то не финишировал. Пытался уже 40 минут, но ничего не вышло. Ладно, посмотрим, что будет здесь у нас. Так. Бом-бом-бом. А я первый стою, так как я хост, типа, да, я крутой. Смотри, сколько ускорялок здесь будет. Это что, типа, сумасшедший глайд куда-то? Слушай, а мне уже нравится эта гонка, она какая-то прям крутая. А зачем мне на эту платформу нужно? Ладно, я туда залечу, окей. No problems. Такс. И здесь сразу в дырку нужно попасть. Я попал туда. Слушай, а платформа-то не зря. Да-да-да, кстати, прям туда. Все так продумано, слушай, прям до всяких там мелочей. Это мне понравилось. Я туда попал, в принципе, все легко. И что плохо, это каскадерская физика, и от лавочки так не отскочишь, как на обычной гонке. Потому что она как будто не пропускает. Во вторую дырку сразу? Да. Да, все отлично. Еще в одну дырку залетел. Все хорошо, Юр. Я просто сегодня какой-то дырочник. Знаешь, мне везет очень сильно. Так, а куда теперь нужно? Я даже не знаю. Так, ну вроде мне все нравится пока что. С первых минут я уже взял несколько чекпоинтов. Так. И где? А, я не туда опять прилетел. Да, я не туда прилетел, блин. А где чекпоинт-то? Там такая дырка, Юра! Вообще ты не представляешь какая! Там очень узенькая! Вот. Слушай, я тебя обманул, здесь еще больше будет дырок, чем в той гонке. А, ни хрена себе! Да, и она еще не прорисуется, то есть я не вижу, куда лететь. Да-да, я тоже не думал, что там что-то есть такое. Так. О, я взял этот чекпоинт, просто под низу пролетел и все, и взял чекпоинт, охренеть. Вот это сработало, отлично. Я рад. Просто заранее начал гладить вверх и все. И все, и взял чекпоинт. А я перелетел, нафиг вас. Так. Нет! Ладно, возрождаемся, так уж и быть. Еще чекпоинт. А как Блин, на меня телепортируются люди зачем-то. Вот этот читер суперком, по-моему, он тоже залетел. Ладно. Так, ты хочешь сказать, взял снизу, да? Да, снизу взял чекпоинт, снизу. Так, ладно, тогда сейчас делаем здесь шифтесики небольшие. Здесь шифтесики так, пойдут. Так, я лечу идеально. Как я по вам соскучился, мои дорогие, и шифтесики только на каскадерской физике, вы совсем тупые. Ну, слушайте, я ненавижу каскадерскую физику. Конечно, сейчас попытаюсь по-другому чуть-чуть сделать. Нет, не получится. Так... Отлично, все, взял чекпоинт лайфхаком тоже. Фух, сработано. Ты что там, куда полетел, Юрец? Ты никуда не летел? Я все пытаюсь попасть в дырку. Ага, все, понял. Ха. Мне подписчик пишет, как? А мне сейчас не то я то, чтобы ему отвечать. Потому что я сейчас возьму еще один чекпоинт. Я взял его, отлично, теперь можно писать. Шифтесик, давай, получи шифтес. Алло. Опа, я в кольцо попал, которое в самом конце. Красавчик. Кто красавчик? Юрец красавчик. Толку только нет вот этого, ну ладно. Я, кстати, тебя видел. Я здесь в лабиринте катаюсь. Блин, здесь так сложно, что-то в лабиринте. Я не знаю, пути. И шифт-тест не делает. Так, а здесь, если проехать. Ага. Ага, вот это здесь лазейки, я бы сейчас здесь пропотел, конечно. Ну да ладно, все, я готов сейчас брать финиш.
Вот это здесь сложно будет, конечно, туда взлететь, наверное. Но я попробую. Я попробую. А, нет, он хорошо взлетает. Все. Считай финиш мой. Считай я финиш мой. Я в океан улетел. О, да. Я что-то вообще сейчас поднялся высоко. Прям в дырочку лечу. В дырочку. Все. Отлично. Финиш мой. Это финиш лайн, блин, я не выиграл под конец. Хотел из финиш лайн сказать. Она сказала, это финиш лайн. Ладно, все, отлично. Две гонки на первых позициях, друзья. Просто лойс. И да, дорогие друзья, если вам понравились сегодняшние паркуры, то, как по старинке я привык говорить, подпишитесь на наш канал и поставьте нам лайк, а также оставьте свои позитивные комментарии. Еще я так плохо выговариваю, все, да. С вами были Кузак и Юрыч. Всем удачи и всем пока.